Сотрудники Гродненской прокуратуры провели выездной прием граждан. Его приурочили к столетию со дня образования надзорного ведомства. В этом году в честь юбилея проводят множество мероприятий, но помощь людям всегда выходит на первый план. Временной локацией для работы в этот раз стал торговый центр «Олд Сити». Его посетители могли задать любой вопрос специалистам и получить профессиональное разъяснение законодательства, а также заявить о фактах его нарушения, если столкнулись с подобным случаем. Темы, которые волнуют жителей города, разные. Чаще всего совет нужен в сфере трудового, жилищного, административного и уголовного права. Специалисты несколько часов общались с горожанами. По каждому обращению разбираться будут детально. Граждане, жители города Гродно обращаются с различными вопросами в органы прокуратуры. Они охватывают весь спектр законодательства, в ходе которого по результатам этих обращений получают также исчерпывающие ответы, письменно либо устно. Такая форма выбрана специально для удобства жителей и посетителей торгового центра и посвящена столетию органов прокуратуры. Если такая форма работы найдет отклик у наших горожан и гостей города, я думаю, что такие приемы будем проводить регулярно.